Сегодня мы собрались здесь в связи с событием, которое нас очень сильно шокировало. Убийством выдающегося друга Украины, человека с большим сердцем, друга нашего украинского народа и государства Бориса Немцова. Сегодня молодь Слов'янська, взагалі жителі нашого міста, влаштували панахиду на пам'ять людини, політика російського Бориса Немцова, який не боявся відверто висловлюватись і за свою відвертість, за свободу слова він заплатив велику ціну, а саме життя. І це втрата не лише в Росії, України, в усьому світі. Собрались ми сьогодні не по веселому поводу, погиб один із великих людей Росії. Можно сказать, второй человек в России погиб после ненормального Вовы Путина. Вот, значит, один человек, который мог что-то изменить. И на сегодняшний день, как некоторые говорят, умер не просто человек, умерла демократия в России. Дай Бог, что было кем восполнить эту потерю. Это потеря не только России, я считаю. Это потеря для Украины огромная. Ну и, наверное, и для Грузии, и для всего мира потеря, потому что как таких людей, которые не боятся говорить правду в глаза тиранам, к сожалению, очень мало в нашем мире.